Теплая встреча с авторами статей, журналистами и преданными читателями районных газет «Новый Заир» и «Фоклоре» прошла в Центральной библиотеке имени Субуха Рафикова. Организаторами встречи выступили Союз журналистов Республики Татарстан и филиал акционерного общества «Татмедиа» «Заинск-Информ». Я думаю, что эта традиция будет продолжена, и я думаю, что авторов и читателей у наших газет будет не меньше, а будет еще больше. Участникам мероприятия провели экскурсию по читальным залам, познакомились с различными выставками и экспозициями, представленными в библиотеке. Дружеская беседа продолжилась за чашечкой чая. В числе почетных гостей Михаил Исаичев. Впервые районную газету он взял в руки в 60-е годы, будучи восьмиклассником. С тех пор с ней не расстается. Читает ее от корки и до корки. Каждую статью, все статьи, все. Спасибо вам за то, что такой интересной газеты сейчас. Я лично благодарен. На встрече прозвучало много добрых слов в адрес районных газет. Ведь местные издания, имеющие почти 90-летнюю историю, для преданных читателей стали нечто большим, чем просто газета. Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Заинска.